Алло. Да. Уважаемые студенты, от лица профсоюзного комитета, администрации университета и ректора, как мне кажется, который сейчас находится в Министерстве образования на приеме, значит, желаем продуктивной работы, реализации своих проектов, успешной защиты своих проектов. Ну, а администрации профсоюза всегда поддержит наших студентов в начинаниях и в их стремлениях. Всем удачи, хороших, продуктивных дней. Спасибо. Спасибо.